Омский аэропорт могут закрыть на 3 месяца. Во время очередной проверки специалисты Ростехнадзора насчитали в здании аэровокзала 139 нарушений требований энергетической безопасности. Основные из них касаются состояния электрооборудования, кабелей, трансформаторов и осветительных приборов. Если гендиректор аэропорта не решит проблемы с безопасностью, то Омск Центральный будет закрыт на 90 дней. При этом предприятие намерено побороться за национальную премию «Воздушные ворота России-2017» в категории до 1 миллиона пассажиров. Отметим, что в 2016 году услугами аэропорта воспользовались более 710 тысяч человек. Голосование уже идет на сайте avia.ru. Оценка осуществляется по таким критериям, как пропускная способность, качество обслуживания клиентов, транспортная безопасность, ну и прочее. Победитель станет известен 8 февраля.